Уважаемые граждане, в соответствии с законом о биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики подлежат регистрации персональные данные граждан, а также фото лица, отпечатки пальцев обеих рук, собственноручная подпись. Для прохождения биометрической регистрации гражданам необходимо иметь при себе один из типов национальных паспортов Кыргызской Республики. Биометрическую регистрацию можно пройти в загранучреждениях Кыргызской Республики, в центрах обслуживания населения на территории республики, а в период подготовки выборов – в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Кыргызстана. В соответствии с законодательством, прохождение биометрической регистрации для граждан Кыргызской Республики является обязательным условием для включения в список избирателей.